Если внимательно следить за нашей рубрикой, посвященной ситуации на дорогах, можно увидеть все возможные нарушения правил дорожного движения. Новая подборка видео с регистраторов. Ночью на улице Подгорной водитель серебристого универсала попытался повернуть, чтобы заехать на территорию одного из автобоксов. Однако он не рассчитал, и маневр не увенчался успехом. Встречный автомобиль не успел затормозить и протаранил торопыгу, которого от удара буквально развернуло. Водитель двигался по улице Ломоносова, соблюдая скоростной режим. Но вдруг, откуда ни возьмись, на перекрестке показались два автомобиля. Инкассаторы, что спускались с Сефрыбы, остановились, чтобы предоставить приоритет движения, как предписано правилами. А вот водитель белой Тойоты с левой стороны решил этого не делать. В итоге автомобили разъехались буквально в сантиметре друг от друга. Однако этот случай не сравнится по дерзости с тем, что устроил другой участник движения. Двигаясь по улице Полярные Зори, водитель Логана решил сократить путь через сплошную и повернул на Строянку. На улице Заводской одностороннее движение, но эта женщина за рулем легковушки, по-видимому, об этом не знала. Мало того, что у мадам весьма странный стиль выезда с парковки, так она еще и не запоминает знаки. Когда водитель поняла, что движется не в ту сторону, то попыталась развернуться. Маневр занял немало времени. Вероятно, автоледи еще не имеет достаточного опыта в управлении транспортным средством.